Вас вітає Політека. Економічний експерт Юрій Атаманюк є з нашої студії. Пане Юрію, доброго здоров'я. Добрий день. Блумберг, зокрема, повідомляє, що Україна замовила вакцину лише для 5% населення. Зараз наші редактори виведуть карту. Ми опинилися в червоній зоні. Для порівняння, наприклад, Канада замовила рекордну кількість вакцин – 150 мільйонів доз, країни Європейського Союзу – 172%, а США – 152% населення зможуть себе забезпечити цією вакциною. Ну як так? Чому 5% всього і чому ми, от єдина така пляма в серці Європи? І цією червоною плямою є Україна. Да, жалко, правда? Я скажу, что тут мы видим опять-таки разделение мира на зеленые метрополии, красные колонии. И тенденция там, что красное, это депрессия, это источники трудовых мигрантов, это страны, в которых проходят постоянно политические и социальные кризисы, конфликты, частая смена власти, страны, в которых повышенный уровень криминогенной обстановки. И так далее. Очень жалко, что, я думаю, потенциально одна из богатейших и развитых стран мира, Украина, потенциально, оказалась в таком состоянии. Да, вот мы уравнялись там, с Монголией, или уравнялись там, с Киргизией, Таджикистаном, или вот Афганистан. Да, с Мадагаскаром. Вот это, ну там хоть солнце, там хоть, ну, хоть как-то красиво, а это страны, которые всегда во войны, всегда депрессия полная. Ну, прежде всего, по поводу бесплатной вакцины. Бесплатного в мире ничего не бывает. Вот вообще никогда и ничего. За все треба бесплатно родители помогают детям, дети родителям. И то они как бы взамен за любовь, это ну, взамен за человеческое счастье. Оно как-то вот такое. Ну, нету ничего бесплатного, не бывает. Потому что если человек вложил какой-то ресурс, энергию, силу, он же не может давать это бесплатно. А гуманитарная помощь, к сожалению, у нас вот, помощь это когда об этом никто не знает. А если об этом звучит, так это уже элемент политического влияния. Мы же вам помогли, мы же вам делаем. Поэтому вы же там прислушайтесь к нашим требованиям. В мире давно известно, что касается вакцин, бесплатные вакцины – это вакцины, которые не имеют окончательных выводов по их качеству и не прошли полный цикл своих исследований. То есть вот это третий этап исследований, который уже проводится не в медицинских центрах, а именно третий этап – это когда вакцину начинают применять, и только после этого виден ее результат уже по факту. Поэтому фактически вот эти 5% бесплатной вакцины – это будет наше участие в исследованиях вакцин мировых компаний. Ничего более. Мы это должны понимать. Поэтому, естественно, люди, которые обеспечены, они никогда не пойдут вакцинироваться таким препаратом, а будут ждать в аптеках или, как сейчас уже есть информация, что контрабандой завозят разные вакцины, так. И тот же и Pfizer, и только Англия начала вакцинироваться, уже с Англии наши многие знакомые везут, Россия начала вакцинироваться, многие вакцинируются, везут. То есть это, слушайте, если есть наркотрафики, да, и Украина, к сожалению, одна из таких мощных стран в этом плане, то что такое привезти вакцины и вакцинироваться? Никаких проблем в этом на сегодняшний день нет. Но что делать 10 миллионам пенсионеров, которые живут ниже черты бедности и которые в группе риска, которые бы с удовольствием бы вакцинировались? И, до речи, какое-то вот, питание. На них будут проводить исследования и рассказывать цинично, какой процент летальных случаев от новой вакцины. Ну, вот как-то так. Поэтому мы имеем фармацевтические предприятия, мы имеем этот потенциал. Мы должны были участвовать в переговорах со всеми странами, которые озвучили. Я сейчас не хочу политический подтекст, не хочу даже называть страны. Люди знают, что есть порядка 8 государств, которые озвучили, что у них эта вакцина есть. Некоторые страны уже начали вакцинироваться.
Поэтому мы должны были со всеми странами, без политического подтекста, вести переговоры по возможности производства, потому что на сегодняшний день ведь ни одно государство, которое открыло вакцину, не может, используя их производственные мощности, сразу выдать на гора миллиарды этих вакцин. Понимаете? И мы могли бы с учетом этого загрузить наши предприятия, их не так много, насколько я знаю, это Фармдарна и Харьковский там Биолик, может быть, еще я не берусь судить, но то, что эти два предприятия могут это делать, это факт. Поэтому правительство должно было думать, чтобы загрузить эти предприятия. Это квалифицированные рабочие, это поддержка нашей фармацевтической промышленности, это поддержка нашей в целом нашей индустриализации. Что на, если мы бы там делали бы там тот же Pfizer или другую вакцину тут, то было бы написано там разработана Америка, а сделана в Украине. Знаете, поэтому, ну, тут же задача, когда ты будешь делать тут, ты ж не получишь тут выгоду. Выгоднее ж купить, как газ, как ватно-марлевые, так эти маски и все остальное. Так. Купить, сделать кишени. Скачок цены. Сделать одно игольное ушко, медзакупивли, одно предприятие, сделать пару агентов по агентским договоренностям, по дистрибьюции, кто может делать эти вакцинации, и спокойненько накрутил и заработал, и все. Поэтому вот такие стоят задачи. Страны зеленые и салатовые, они вакцинируются в следующем году, в 2021. А красные страны, они вакцинируются до конца. Вот при сегодняшней картине, в 23-м году. О чем это говорит? Ну, квітень 22-го. Значит, да. То есть, початок. Зеленые страны, если вакцинация пройдет успешно, восстановят свою нормальную жизнедеятельность и, как следствие, экономику уже к лету следующего года. То есть, через полгода. А красные страны еще год... После их после восстановления зеленых, еще будут корчиться в муках вот этих вот карантинных каких-либо ограничений, что нам нужно будет дополнительные бумаги, чтобы выехать в цивилизацию, нам нужно будет дополнительные ограничения, чтобы вернуться назад, нам нужно будет дополнительные там ограничения по социальным дистанциям, по времени открытия и закрытия тех или других заведений и так далее, и так далее, и так далее. И это еще больше, а это в интересах стран зеленых, да, это еще больше отодвинет вот это разграничение, чтобы, не дай бог, какая-то красная страна не влезла в цивилизованный мир. Потому что им надо же подпитка, им нужны трудовые мигранты, сырье и рынок сбыта. Чтобы ни в коем случае, потому что только красная крупная страна, там, например, там, Египетом, 80 миллионов населения, или Пакистан, 220 миллионов населения. Если такая страна завтра станет зеленой, ну, так будет больше напряжения на ресурсы, будет больше конкуренция среди цивилизованного мира. Им это не надо. Им это вот как очередной механизм цементирования стран третьего мира. Пане Юрію, дякую. Юрій Атаманюк спеціально для Політека.